Приветствую на канале AsmodeePlay, мы продолжаем играть в Ведьмак. Давно в него не заходили, блин. Блин, и управление уже не помню как, принакать, и не помню даже, что делать надо. Сколько мы не заходили в него. Наверное, пару неделек, наверное, не заходили. Все некогда было, все дела, дела, дела. А осталось-то хрен да ни хрена. Мы вот от нее бежали. Это что у нас? Отмель, место купания на Яры. Ну вот это она. А мне надо дождаться вечера, наверное. Ой. Виверны. Так. Вот на новую территорию. Да подожди, почему ты не идешь тут куда, куда-то криво бежишь? Отношения. Какая-нибудь еда, я так думаю, надо, да? Нет? У меня есть еда. А еды-то у меня нет. Так, а здесь что? И здесь какую-то еду надо, да, поди? Понятно, так. Ага, это я открыл. Что-то там труп-то туда-сюда бегал. Ага. Подожди. Блин, не так. Давай. Раз, два. Раз, два. И еще. Давай. Я так понимаю, на ловкость поди надо переходить. На. Так. Так, это что? Вот силовой стиль. И еще. Вот так. Убирай. Ну давай, все взять. Мясо виверны, восстанавливает здоровье, может также продать или кому-то обменять. Вот давай-ка мы мясо виверны, вот как раз. Блин. Что бы нам выкинуть? Это что такое? Так. Яйцо виверны. Ну, кстати, яйцо виверны. Так, а оно-то что дает?
Ну ладно, пойдемте попробуем мясо туда возложить, хотя я думаю, навряд ли мясо. Что-то надо же возложить. Чё драконы там едят? Будем думать, что мясо. Ни хрена не мясо. Ну и не очень-то и хотелось, ладно. Да беги давай. Давай. Ну и что? А ты думал, она сама здесь, да? Так, подождите, сохранить. Так, это удалить. Это удалить. А вот это сохранить. Вот так, сохранение. Да. И... еще. А подожди ты. Блин. Выкинула. На. На. А почему ты на нее-то зациклился? Давай. Вот так. Убирай. Топор краснолюдов из карбона. Вот так. Останки, останки, останки. Костер. Ждем ночи. Так, а мы еще давайте-ка коктейли может сделаем. Так, юнок, белая чайка. Это что, мгновенно восстанавливает часть потерянного здоровья? О, вот это вот. И все. Не, нам ночью надо побродить ночью и посмотреть сейчас еще. Что вообще нам еще тут надо было бы? Так. Вы-то мне вообще не нужны. Владычица озера. О, вот топцы, вот что мне надо было. Будь проклят.
Ух ты. На. Ну-ка, давайте-ка сюда. На. И еще раз тебе нападаем. Где тут? Вот они. Вот этот, да? Финал в мясо его рубает. Убираем. Так. Теперь вот это шелковый платок подарок. Минутку. И еще немного. Все. Так. Тут все, тут все. Ты чё? Да. Так, господа, это то, что тебе нужно? Попробуй еще. Хорошо. Я... Со жрецом водяных. Я уж забыл, что надо-то. Блин, блинский. Уплываю. Давайте плывем. Мы приплыли сюда. Где там рыбак? Или король рыбак, кто он там? Так. Последователь чего? Ну вот как-то так, девчата. Что собрать можно? О, пузырь химический. Так, ладно, а это что такое? Чешуя водяного. Так, смелая девочка. Добрый.
На я, да? Давай поговорим. Я принес. Отлично. А теперь твоя награда. Я могу дать тебе книгу про водяных, руну, или, если захочешь, буду лечить тебя, когда тебе это понадобится. Давай, будешь лечить меня. Я бы хотел... Я так и знала, что ты это выберешь. Каждый раз, когда ты будешь приходить ко мне, я буду лечить твои раны. А может, получишь еще и поцелуй? Давай, и его тоже. Благодарю тебя. У меня есть для тебя подарок. Это красная ленточка, амулет. Это у меня и у самого есть. Так, войдите в режим медитации для распределения талантов. Все потом. Алтарь. Ибо вот так, богиня, страж народов, и так велика и мудрость, и могущество, что слова ей сказаны, это браслет из чистого золота, основатель деревни, богато украшенный, настоящий мастер, пришел к водяному, а старый водяной взглянул на лицо владычицы и сказал: слово твое может мир этот утопить, а может сжечь до основания, так что и пепла не останется. Так, ну и что дальше-то? Его просто ночью нету, поди, да? Так, тогда надо смотреть, что у меня по заданию. Так, Альвин. Так, рассказал мне, что приютила Альвина. Я должна разыскать мальчика и поговорить с ним, как он здесь оказался. Что касается Лютика, так он отправился прямиком в таверну. Больно не будет, дантист. Купил зубы зверя, хотя ничего необычного в них не было. Ведьмачий секрет. Оказалось, что Саламандру поддерживает Адда, дочь короля. Мне удалось уничтожить эту организацию и в зиме убить профессора, но этим я разъярил принцессу. Трис спасла меня, телепортировав из города. Стоит подождать, пока Адда не утихомирится, а в это время мои союзники могут продолжать работу. Пришло время обрести второе дыхание. Доспехи. Ну, доспехи меня не очень-то интересуют. Игра в кости. Вот, так, владычица озера просила меня принести ей дары от людей и от водяных. Я должен договориться с Юлианом и жрецом водяным, чтобы они дали свое согласие. Так, даже если иногда я заявляю, вот не верю в предназначение разговора, владычица озера убедил меня в его активном влиянии. Так, попросил меня поговорить с Бирин. Так, скорее всего, я найду его у костра рядом со склепом. Понятно. Так. Мне получается, сейчас все равно нужен день. Не скучно. Да подожди. Красная лента, мне это не надо. Вот костер мне нужен. Ну давай, до утра. И чё, у меня золота-то все равно нету. Так. Где моя кошка? Алтарь есть, жреца нету. Куда он делся, пропал? Неизвестно. Так.
Ну. Подожди. Мне куда надо-то? Костер, костер. Место силы, костер. Склеп. Вот, к склепу мне надо. Проход к деревне. Давай сначала к склепу. Так, налево. Оли, здесь этот проход в склеп. Не, надо еще туда. Что будешь делать? О, тропинка. Труп. Какая прелесть. Места нет. Подарить какой-нибудь даду. Где ты, падла? Ох ты. Ты говорил? Боги не разговаривают с простыми смертными. Избавь меня от своего сарказма. Итак, какие удивительные вести открыла тебе местная богиня? Она говорила о предназначении. Предназначение совершенно меня не интересует. Если хочешь поиграть в героя, то пожалуйста. Я тебе даже помогу. Видишь ли, я тебя тут недавно обманул. Обманул меня. Саламандры заставили меня передать им несколько формул. Проводили на мне исследования. И знаешь что? Я даже не протестовал. И они мне неплохо заплатили. Почему? Ты сам знаешь почему. Я хотел жениться, детей завести, жить как все люди. А вы, ведьмаки, вы украли у меня это право. Люди меня ненавидят, когда они видят мои глаза. Они бледнеют от страха. А что касается детей... Скажи мне, какая разница между твоим любимым Каэр Морхеном и логовом Саламандр? Я здесь не для того, чтобы говорить, что я чем-то лучше тебя. Оставь меня в покое. До встречи. Так... Ну, с этим я разобрался. Дальше мы идем в проход в деревню. Ну, а? Вот деревня. Ходят слухи, тебе являлась... Красавчик! Мне снилась вечная зима и мир, скованный льдом. Ворчливые рыбаки отказались вести... Серьёзно? Я бы хотел... Я не в настроении для... Ну, иди ты в жопу. Что я собиралась делать? Смотри, господин ведьмак. Настоящая королева! Наша корова победительница. Ох, Жень! Держись подальше от русалок, ведьмак! Вот так. Гость на свадьбе. Честная женщина, эта трактирщица. Ты иной. Ведьма? Да. Может, ты можешь мне помочь? На мою кузину в Визиме напало чудище. Семья пишет, что бедная девочка умирает от яда и слюны твари. Как выглядела та тварь? По письму это был вампир. Они написали Гаркаин, но это название мне ничего не говорит. Похоже, было на человека. Они говорят, что тварь была уродливая, жуть. Голова деформирована, огромные челюсти. Похоже, что Гаркаин. Из того, что я помню о младших вампирах. Но сестра моя точно... Я подозреваю, что она могла отравиться трупным ядом.
Да, я помню. Гаркайн... Бог тому. Эпидемия охватила старую Визиму, так что Гаркайн мог стать разносчиком болезни после... Спасибо тебе. Я знала, что ты меня не разочаруешь. Прощай. Так. Моя бабушка говорила, что нет ничего краше и опаснее танца полуденницы на солнце. Так, вы меня достали. Красавчик. Дом Селены. Ну, давай в дом Селены зайдем. Так, ладно. Что еще? Корова. О, дом пекаря. Ты странный. Нет, это не простите. Блин. Привет. Приветствую. Как тебя звать величать, Милздари? Геральт из Риви. Видимак. Скажи мне, монстробой. Я хочу поговорить о водяных. Я хочу. Тогда говори с Юлианом, монстробой. Он этим бизнесом занимается. Бизнес? Ну да. Он вылавливает сокровища из озера, восстанавливает. Если... Воистину так. Эльфы живут на берегу. Несговорчивые они. Я хотел им еды передать. Не лучшего качества, но вполне еще даже ничего. Они на меня так холодно посмотрели. Странный они народ, монстробой. Но неважно. У меня и в своей... Я слышал. Да, выходит замуж моя дорогая доченька Алина. А как, монстробой, известна ли тебе радость, которую... Не совсем так, но все равно я должен уточнить. В другой раз поговорим. Люди рассказывают, что у озера появилась тварь. Говорят, что гробница в полях — логово чудовища. У него огромные зубы. Похож... Награды за этих... И принеси доказательства, и я не... Рассказывай. О чем? Где я могу найти мирного жреца? Он часто сидит у алтаря владычицы озера. Иногда его отгоняют догонопоклонники. И если это произойдет, ты должен дождаться его возвращения. Понятно. Ну что? Домовых одни неприятности. Если вы... Странные. Понятно. А есть... Почему? Последний раз они даже убили несколько человек, когда нас от озера отгоняли. Учту. Милздарь? Прощай. Понятно. Так, поговорить поговорим. Ну все, свалим. Я родич Юлиана. Дверь в дом Адама. Так, вы уже читали баллады. Ну-ка. Вот и баллады почитали. Может, я должна встретиться с ним? Подожди, встретиться. Возможно, стоит уехать отсюда. Сам кузнец. Чё мне тебя надо? Ух ты, 7:15, а у меня... 7:15 плюс 45. Повреждение. Вероятность обезоружить противника. Ну, у меня халява, по крайней мере. Ладно.
Так, дом пекаря. Совсем забыла. Мать его, и не перелазит даже. Интересно. Игры не играю. Давай, ты можешь. Я вижу тебя при... Можно и так сказать. Посмотри на мой товар. Мне... Чем могу служить? Ты знаешь, что делать? Это все знают, даже... Похуй. Ага, потому что яйца, у них яйца... Хм. Что? У тебя... Чем? Есть... Увы, хоть я и знаю один рец... Что за рец... Не могу сказать. А где у меня вот так? Булочка-то есть. Белый мед. Ох, я разозлюсь. Да пошел ты в жопу. Даже не знаю, что тебе дать, кроме как по шее. Со своим медом белым или каким-то. Ты странный. А это сын кузнеца. Да. Беренгар сказал, что... Хотите послушать? Очень интересно. Я могу попытаться. Спасибо, только учти. Я... От доспехов ворона осталось три элемента. Плечо, наруч и рукавица. Все остальное... Железная руда высочайшего качества. Гномы на века опередили нас в плане этих... А про доспехи ты... Это восхитительно. Как я уже сказал, осталось только три части доспехов. Если вы хотите... Какие-нибудь... Вам стоит поискать в местах захоронения великих рыцарей. Я слышал, графья династии Руйтер носили похожие доспехи. Части вполне можно будет... А что ты бы мне? Ну ладно. Сказку я тебя послушал. Мне куда надо? Проход в поля, развалины, рухнувший мост. Вот сюда. Чуть направо. А, таверна. Идем в таверну на свадьбу. Гость на свадьбе. Дверь в дом знахарки. Абигейл. Чего ты? Так, это я уже читал, это я уже читал. Стоять. Паренька нет. Тогда. Сюда. Поговорить с пареньком. Ну, со сном. Геральт? С водяными можно договориться. Неужели? Такова воля владычицы озера. Тебе что-то не нравится? Нет, ведьмак. Я ведь не идиот. В таком случае я должен передать ей от тебя дар. В знак твоей верности владычице. Конечно. Что мне ей подарить? Так, изображающий юного водяного, захватившего дух войны. Это вот. Свадебный... Геральт. Мир и процветание требуют... Ты шутишь? Нет. Так, Лютик. Геральт? Бывает.
Будешь драться или смотреть? Да тут я всех вас перехренакал уже. Спрашиваю. Что ты можешь рассказать мне об этом поселении? Темноводье. Мы живем тут вдали от... Расскажи мне про Тобиа. Он живет в деревне, но он готовится к свадьбе. Я все равно попытаюсь с ним. Если он будет занят, попробуй поговорить с его будущим зятем. Благодарю. Чем могу... Темноводье. Затопленный город. Воды озера поглотили затопленный город. Некоторые говорят... Мне послышал. У тебя тонкий слух. Много изменилось. Это вот, видимо, там, где эти... Ты говоришь... Ты можешь увидеть ее в загоне между домами. Спасибо за... Чем могу... Спасибо. Я могу чем-то помочь? Дурно пахнет. Так, а здесь что? Так. При... У тебя... А что? Думали, раз в провинции, то только мать... Я ничего такого не... Чем могу... Вот я где могу найти Салтыса? Где я могу найти Салтыса? Наш Салтыс обычно сидит в таком большом доме здесь, в деревне. А живет он то... Уверен, я его... Чем могу... Какие-нибудь... Ну... Свадьба, вот что у нас происходит. Еще... Да? И ты, наверное, знаешь много интересных историй. Ты, наверное... Конечно! Давным-давно... В 39-м... Принцесса, волшебник... Не перебивай меня. Ты хочешь услышать... Извини. Эта история... Эта девочка была рождена принцессой. А у нее было все, что любящие только родители. Мог. Она жила во дворцах и за... Ее родители умерли. Враги убили ее бабушку, королеву. У нее появилась новая семья в Каэрмо. Девочка начала изучать магию. Чародейка есть такой там ведьмака, и они вдвоем первое... стали родителями этой девочки. Она первый была по-настоящему счастлива. Ведьмака. И она могла бы стать самой могущественной волшебницей. Началась война. Век меча и топора. Вскоре она поняла, что смерть преследует ее по пятам. Судьба занесла девочку в... И там... Блин. Девочку звали Цирилла. Еще... Да? Ты чем? Да, пожалуй. Одноглазый Лу и торчащий зуб Бо украли у меня ящик лучшей браги в мире. Верни мне ее. Что ж? Ничего, это шутка. Эх, ведьмак, твой вопрос... Понятно. Чем могу... Прости. Теперь, значит... Надо... Водяному. Так, а где тут водяной-то? Проход в поля. Ну, все правильно, значит, бегу. Указатель, дорога к полям. По полям, по полям. Синий трактор едет к нам. Проход к берегу. О. Куда мне бежать так все время прямо? А вот этой полуденница. Извини, мне не до тебя. Переходим. Вторая скорость. Рен догонишь, Москва Воронеж. Вот он, указатель. Давай. Дорога к берегу. Врываемся.
волк. И тут волк. И вот так. Когда я смотрю на тебя, не понимаю, почему они считают нас изгоями. А что ты не убираешь оружие-то? Ну вот все. Приветствую, Гер. Приветствую, эльфийка. Ты забыл меня? Прошло много времени. Я потерял по... Неважно. Меня зовут Туровьель. Я тоже. Зачем ты пришел? Могу ли я помочь? Можешь. Как видишь, у нас много раненых, и мы умираем от голода. Переговоры с Ладно. Нужно купить свежего хлеба. Вот 20 аренов. Это... Я скоро... Так, а что же еще? Ты говоришь... Вдоль Блатанна. Долине цветов. Встреча с... Яра. Я тоже ведьма. До встречи. Так. Эльфы ведьмы. Так, это я куда зашел-то вообще? Где я? А мне вот сюда надо. Так. Хорошо, что я булочку не съел. Ну. Прощай. А хрен там от него что-то ждешься. Так. Я что так, ты знаешь, что я здесь? Доброго здоровья. И где этот водяной? Где эта сволочь? Мирный водяной, где он? Больше тени. Давай. Может. Конечно. Так. Здесь что у нас? Ну ладно, не очень-то и хотелось. Блин, что получается, мне только за хлебом сейчас бежать. Вот я должен прихренакать тут, чтобы он вышел. Или зажечь. Пока. Вот, свечи зажег.
Да ни хрена что-то не идет. Ладно, зажег свечи. Пусть накапливается. Не скучно. Так, ну, где проход в деревню? Проход к деревне. Бежим. Ускоряйся. И там труп как лежал, так и лежит. Блин, еще и посмотрел. Он деревенский же предлагали вам пожрать. Из-за своей гордости. Сами поплатились, идиоты. Че, блин? Какие вы идиоты все-таки. Так. Может, я должна встретиться с ним? С кем? Мне бы кусать. Тема. Не так, дурачок. А как? У меня есть... Ой, благородного господина злостно обманули. Хлеб стоит 5 аренов. В чем вопрос? Хлеб. Да все продай. Так, хлеб. Ну так, пусть кушают. Не жалко. Красавчик. Давай, вот здесь, по-моему, ты же вроде договаривался, да, с ним? Ну. Прощай. Твоя речь не поменялась. От вас одни неприятности. Что значит от вас? А от вас? Надо торопиться. Подожди, не туда. Куда? Вот так, дорога к берегу. Ускоряемся. Ну, ёж твою мать-то. Кто такие грузы замучивает? Непонятно, чего они добивались. Такой муторный. Когда это все закончится? Кайдмил, привет. Когда нас окружает хаос, ты ремесленник. Ремесленники делают лишь полезные и нужные вещи. Вижу, ты здесь не... Да. А местные жители... В этом районе правит владычица... Местная богиня... Ну, это мы встречали. Ищу информацию о доспехах ворона. Легендарные ведьмачьи... Я слушаю. Они были созданы в мастерских гномов. Легенда гласит, что... Спасибо за информацию. Ищи в склепах. Как... Прощай. Геральт, это я, Хириадан. Хириадан. Видимо, нет.
Ты был ранен. Много... Верно, Геральт. И видишь, во что все вылилось? Ты тяжко трудишься, платишь налоги, а потом приходят погромщики. Тяжелые времена. Хорошо. Зачем? Затем же, зачем и все. Ем ягоды. Ем ягоды. Попытайся заняться чем-то другим. Я пережил это. Времена презрения. Прощай. Подожди, вход в пещеру. А что, нефть тоже в пещеру, что ли? Вот так. Да. Я рада, что мы не зря... Вот. Спасибо тебе. Возможно, нам наконец удастся... Так, что еще? Да, ну-ка, давай-ка теперь в пещеру зайдем. Эльфийка, эльфийка, костер. Я принес. Что? У меня, подожди, у меня где-то было для тебя. Ты о чем, человек? Я принес. Что? Ты о чем, человек? Я скоро исчезну, как звезды на рассвете. Я принес еду. Что? Неважно. Я принес. Что? Еду. На. Мне не нужна твоя милость. Будьте разумны. Вам нужна еда. Я хочу помочь. Помочь? Нет. Ты хочешь продемонстрировать превосходство, бросив мне подачку, будто я дикарь. Я ни на кого не смотрю свысока. Я не раз был голоден. Мне не нужна твоя жалость. Вы, эльфы, никогда не изменитесь. Значит, ты пришел посмеяться. Так, я... Ты говоришь о злости? Ты? Успокой. О, покормил, и вот эльфийка тебе еще. За булочку. Да. Какая-то так гордость, и что там что-то пили. Так. Что у меня тут? Эльфийка, эльф. Когда это все зак... Я принес. Теперь мы должны принимать. Есть. Вы, люди, считаете это забавным? Я принес. Теперь мы должны принимать. Так, ну не хочешь это? Вы, люди. Я принес. Теперь мы. Что тебе дать-то, блин? Падал ты такой вонючий. Так, повыбто энергию. Так, эликсир уже. Так. Кошка, нет. Так, волк. Филин тоже нет. Вы, люди, считаете это... Я при... Теперь... Так, а я хлеб-то покупал больше. Вы, люди, считаете это... Я принял. Теперь... Значит, тебе надо мясо какое-нибудь. А у меня мяса нету. Да пошел ты нахрен. Вы, люди. Я при... Теперь. Вы, люди, считаете это забавным? Так. Ладно. У меня. Я принес. Теперь мы должны принимать. Тебе это что? Я принес. Теперь. Вы, люди. У меня. Теперь мы.
Вы люди считаете бог на тебя. Забавным? Еще бы я не тратил бы свои силы. Ну что ж, я думаю, на этом все пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.